този момент. И сега, в принципе, имало стрельбарщик, кто порезали в деревянную часть, но он получил, но его оппонент получил, но его нет, я видел. Хороший такой, знаете, не, который удар не был приведен, шипнул прямо вот на крышечке. Еще раз два поправа. Вопросы. Вопросы. Ну и вот вроде бы тут между ног бы, он был бы заколот, потому что вот упавшего палка всегда видит брешь.